Вой, ты здесь? Да. Что там, заходишь? Да. Давай. Ну, просто лишнее ЕП за вчера снимали. За что там лишнее ЕП? Там, блин, это классно получилось. Лишнее 300 за ЗС прилетело. О, хилл, я ФК. Вы не АФКаша, там просто Луциня убил. Когда мы его не хилили? Просто Луциня убили танка, говорит, просто ёбнуло и все, говорит. Я там один! Его хилил. Просто, где хилы, которые в инсте? Кажется, или я три группы миликов вижу, или, блядь, мне кажется. Блядь. Перебор. Пиздец вообще. Даешь 50 тысяч. Уже не знаешь, в кого спекать друидов. Кило. А лучше и в то, и в то. Вон в хиле бутсы не так. Сегодня у нас пока что танчит. Трэш, во всяком случае. Вот мы и на месте. То, что произойдет здесь, пойдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории... Да, трэш почистим, там возьмем. ...сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход... Долорес, там вчера какой-то челик мне писал, спрашивал, когда ты зайдешь по нему. Я кто ты? Что ему надо было? Не знаю, спрашивал, как давно не было Делоруса, я его ищу. Ой. Не помню. Я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Фонтри. Кто? Так, я повис сейчас, это я загружусь. Кстати, Фарада, ты по версии Pretend to be Illusion топ 1 селлер на машине. Тот не топ, РМТ, шо. Сбором голосов, короче, на сервере ты топ 1. Он так долго сопротивлялся. Что опять случилось? Склониться перед своим королем. В конце концов, все вы будете служить мне. Где хилы? Паладин еще жив? Верховный лорд, возможно ли это? Вага, ты читал, да, поэм? Сила света не ведает преград, солдат. Это у нас хилит только лишь 3 хила, вернее 2 хила и ДЦ. Я в ДЦ. Есть.
остановится. Он уже спрятался. Нурти зайдет, нет? Ну подождем, что, трэшка еще есть. Трэш не тянут. Ну, блять, похилить побыстрее, чтоб мана была. Мы заменили шайзов, есть идея, да? Они себе даешь, так, но у них нет успехов в лоб. У них там, по-моему, медведь только остался. Ну, давайте пока что так идем. Выбора другого нету. Рыбу ставлю. Я там в мир погрузился или нет? Кто погрузился? Аппарат. Да у меня, я захожу, сразу соединение разорвано пишет. Ротор пиздец. Так, у кого спек хила хороший есть? Эрдру? Нет, Эрдру пишет нет. Медведёж Эрдру есть, да? Спек есть. Вот у Энджи может быть. И Энджи посильнее, как сова, чем ты придаешь. Понятно, что сильнее. Да и Саманта, сова, и сама нужна. Посмотрим, как ты придаешь, пускай лучше похилит. Чем можешь ты кого-то взять из них рейд? Ирт, а ты чё ливнул? Он на шамана заходил, проверял журнал. Можно его поставить в рейд. Это самое... Я не знаю, насчёт пановского лока, мага. Локом идти. С каким заходом? Миликов хуева гора. Ты посчитай сколько. РДД раз. Нам РДДшки нужны. Ну вот, ты посчитай, 3 РДД. 4 РДД с собой, блядь. Я в танке. Остальное все милики, блядь. Чё адванс? Смотрите, людей сейчас шикер зайдет. На лича я в любом случае зайду в арм. Хантом ты имеешь? Нет, на лича я зайду в арм. Плюс миссовер фанк. Может нужен, а может не нужен. Не знаю. Зайду на ханта, если сложно будет. А у нас не фу.
Долго. Да очень долго. Кирс, дорогой, только тебя ждем. Ну, в Дисе он молчит. Кирс, ты нас слышишь? Заходи за мага. Вдруг его хоть что-нибудь написал. Все, сумоньте его. Так, вот рыбу еще раз поставил. Кушайте, пробахайте. Дайте лап. Сразу какого-то маленького депрессора, которому не надо. Ну, на чипсы можно ДДшник. Че, Мэнни или Намикадзе? Чего? В смысле? РДДшник или вместо Андедворма. Меня выкидывают из игры с разрывом соединения. Мы не ебашишь, брат. Он один ретрик в раскошь в танке вроде как, поэтому не надо его убирать пока. Все, там дальше подойдут. Да он, кстати, да, пускай чипс хилит, а нямка дамажит. Нахрен плюсовать, если ты уходишь. Сейчас ебанем ребро, блядь. Это компенсация за вчерашний фастран. Это инра по ням кидайте. Сейчас дам. Все, почти полный маны чекаем, блядь. Навой до пути всегда там. Нямка готов. Лодером на меня кинь, япончик. Ну хочу чипсы, что он в рейде, если он АФК. Ой, я тебе лидеру передал. Ну забери с меня этого лутера. Себя возьми. Сколько РЧ было на АФК уже? Два. Даю крайний РЧ на АФК, дальше летит ГП. Бьем в 24. Нямка, ты похилишь этого босса. Дадите отчет.
надо его суммонить, он все равно не пенит. Блять, накроет этот мир волной смерти и разрушения. Вот Дёргер, тебе нормально стоять в луже? Осколок есть? Нет? Забирай. Ладно, делаем, короче, проще. Чипс, пускай там на замене валяется. Да, не спеши. Посмотрим, ответит, не ответит. Медведа ешь, какой офспек, если у тебя main спек сова, а офспек там. Ты должен, наверное, другую кнопку нажимать, третий спек. Привет! А в раз-то вперед пулять не будем? Там, кстати, Проня задает потому, очень своевременный вопрос. Кирсу за вчерашний АФК на боссе. Вы понимаете, что на мир пало проклятие? Какое именно-то? Вам удалось
Зейси, он меня предупредил, что он на 20 минут отошел. Поэтому я его не трогал. Этот тип даже предупредил, что он опять не будет спать. В чате писал. В каком? А все вижу. Мускулы, кровь, вот, я только проснулся, я капец. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете, я только передаю то, что ты не видишь, чем. Тем скорее выберете. Да, я увидел, я вот сам прикрутил. Я уже самонуть можно уже. Да можно его не сумасшедший, с Полину просто силом в рейд запустим. Ничто не может сломить, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких и Даркис высот, демона, которых вы не в силах даже помыслить. Выкидывал с разрывом связи. Ну, вы меня тоже прерываете, сама что-то говорите. А что у тебя интернет? Сколько можно его перезагружать? Каждый РТшник у нас задолбал. Ты хоть когда не повесил на свой коллег. Так скажу, сейчас вас считывать одно удовольствие. Правда, по мане я из-за этого сажусь страшно. Тебе вот эта тринка нужна с этого, с Джары. А, с первого босса? Чтоб маны типа... Не-не-не, со второго утешения, да. Утешение? А оно где падает? Испытание крестоносца Гер. Ну, я обычно 25-ка. Япончик, я тебе РЛ-ку дам, зайду на ханта на этого бот. Хорошо. Ой, не туда. Значит, этот... Халфейнов танка. Да. Ты со мной на боссе будешь. А, значит, я слева, ты с лестницы и направо ведешь, враска справа, враска ведешь. В Раске там один фанатик, там имейте в виду, миленькие, прежде чем не напулили мобов и мобы на танка, не пошли фанатики, перед лицом у них не бегайте, агрони срывайте вот эту хуйню, чтобы ну, не дохните как попало. Дайте пати по линии. Где там? На торте? Да. Она в руке. Так, вместо ёжика, да? Правильно же я понял? Ёж в сову. Нет, не так. Нямка, Элема. Как это, Элем же нужен?
Ямка, влем, полин, хиль. Две даешь тоже хиля. Сумманите? Да, сумманим. Так, рыбу ставлю рядом с порталом. Лутера кинь на меня. Рыча на пол. Кулак дайте по ханту и лапу. Лапу. Нямка чего не хватает. Да, Дарнавана, видите, по контролю. А квест был, да? Я выбираю квест. Тоже его не взял. Восстань и обрети истину! Ты не в сил противиться моей воле! Энджи, поднимай Фарада. И где даешь, куда пешки. Было бы классно, если бы не только каску кинули. Дарнаван сейчас освободит. Луцинь, подними Халфейна. Войд, а ты поднимешь... Да ладно. Моп, что ты убил всего? Сову контрольте. Прием. Падаем, да. Теперь ползаем. Кто сразу же будет? Кто наебашился на типа? А кто в Т4? Там говорят, медиков, но при этом, блядь, чел, которого должны медики похуярить, блядь, так долго жил, что пиздец. Мой верный слуга. Ты не в силах. Падаем быстрее. Зато все квесты успеют зайти. Только для этого и падали. Кирса копии красные, что делать? Я не знаю, мне этот квест не подсвечивается.
я его даже не брал. Знаешь, уже выполнил в другом. Ты по-любому ходишь в обычку, блядь, понимаешь? В четверг, блядь. Ну, только квест не берется, что-то с тобой, ебанчик, не так. Ну, сейчас попробую. Перезагрузиться. Обновляйте бафы. У меня каждый поход в ЦЛК это как новое приключение. То КДшка есть, то квеста нет. А теперь есть. На пул, чек. Лапайте, пожалуйста. Лапу по рейдам. Там же вроде назначили танка, который дергает сзади. Красочку еще, пожалуйста. Он всегда тут появляется. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Ты не в силах противиться моей воле! Довольно! Пришла пора взять все в свои руки! Бэр, есть кого? Трэш активно сливать мельник. Где ты ежик? Ты не в силах противиться моей воле!
Все пустой. Еще БР есть, нет? Кто и был. Падаем. Что? Блять, я не понимаю. И видите, вот дух летит, блять. Нельзя на него бежать. Надо. Он появился, секунду стоит. Надо съебаться от него на 20 метров. И он не долетит ни до кого. Ну что, я не знаю, забыли. Оставь этот пул. Сохрани его. Смотрим потом. Там ничего не будет видно на видео. Вот сейчас надо открывать рекаунт мне и смотреть полученный урон каждого 25 человек, у кого автоатака от духа пошла. Что я и делаю? В смысле, у меня феникс есть. Ну линкани феникс. Он линканет сейчас, да? Давай линкуй. Феникс это проще. Он автоатаку вроде как фиксирует. Вот смотри. Хеллфейн это 3 танк взорвал, 2 мидекс, 1 ёж, 1 л... Это пиздец, короче. Всем похуй на духов. Ну танк это не страшно. Ну так, а понимаешь, танк не страшно, а хилы рядом-то стоят, блядь. Издыхают все, 30 метров взрыв. Там Настя пришла на шамане. Хилы близко не должны стоять к танку. Как? Они я взорвал стоят. Духа, находясь у лестницы, я вообще никого не задел. Это ладно, допустим. А остальные чё? Не знаю. Их нельзя взрывать. Ладно, сложно их не взрывать. Ладно, заскриню. Пиздец, ребята, я... Прессаемся, пулим дальше. Тресните по таргету, пожалуйста. Почему сложно отбежать от духа, чтобы его ни одного не взорвалось? Это сложно так сделать, блять, я не понимаю. Блять, просто слов нет. Я тоже одного поймала, но самом-самом конце. Или что, или кричать, когда они появились, блять. Съебитесь от духов. Сами должны отслеживать. Какие вещи вообще анонсить не надо. Так вы их не отслеживаете, это... Блять. Ну, хочешь, как хотите, решайте. Я за такую хуйню ГП начал давать сразу, блять. Ни одного духа никто не взорвал. За такую хуйню по 250 надо давать. Это же легко от него отбежать. Почему не отбегаете? Два духа взрывается, вайпает царей. Один взрывается, нет еще двух. Слава, слава, слава. Не бомби. Ледяные стрелы. Некоторых лаги. Ну так лаги, так заранее бегите. Стойте как-то по-умному заранее. Он во мне сейчас появился, от последнего духа, который я поймала, он появился во мне, мне не уйти было, у меня лагануло. До этого меня убивали ребята, может у них тоже лаги, не бомби, сейчас все нормально. Ну хули, ну давайте еще полагаем, давай сейчас я повзрываю.